7 сентября 2024 года. У меня настолько загруженные дни, что я даже не успевала снимать просто вообще. Вот начиная с 4 числа у меня были занятия, я была на парах, когда были прилеты, когда погибли люди. Вот, и с этого времени просто вот такой напряженный график. Ничего, я думаю, как-то втянусь и уже более-менее. Сегодня мы с Алексом уже... Алекс отзанимался, сидит, завтракает. Сейчас едем в художественную школу. Сегодня у Алекса занятия. Вот. Так, учеба идет. Сложно, тяжело. Вот. И Алексу тяжело. Ну, ничего. Мы продолжаем также с Алексом семейное образование. На семейном немножко в этом плане проще, потому что есть возможность делать уроки в любое время. Алекс приезжает, например, со мной на пары. Я занимаюсь, он в это время делает там математику, делает русский. Мы разбираем часть, что-то дома, что-то он сам может разобрать. Ну, будем продолжать в том же духе. Пока что просто нет времени. Времени свободного. Вчера закончила уже к 12 ночи. Отправила конспект. Отправила там ответы на вопросы. И это физкультура. А еще история. История российской государственности, история России. Еще психология, и все это надо конспекты сделать. Ну, постараюсь как-то быстренько все это организовать за ближайшие 2 дня. И плюс еще нужно 2 произведения на фортепиано выучить. Здесь все получится. Алекс! Что там, Алекс? Ничего. Ничего? Жуй давай быстрее, а то опоздаем.